Привет, меня зовут Алекс, мы на Бали. И сейчас мы с Маргаритой приехали куда-то в огромный дом, где будет проходить своп. По большей части своп — это мероприятие для девочек, то есть девчонки здесь собираются просто и привозят сюда свои ненужные какие-то вещи. Это может быть одежда или всякие украшения, ну и всякая мелочь. Вот, и просто на бесплатной основе этим всем обмениваются между собой. А все, что остается, отдается на благотворительность нашим балийским друзьям. В общем, клевую движуху мутят, поэтому я всегда стараюсь этому способствовать, потому что у меня тоже иногда копится много ненужных вещей. Ну и вот сегодня мы с Маргаритой сюда приехали, и сейчас будет обмен. Что-то очень миленькое. Миленькое мне. Зебра была, теперь немного леопарда. Вот мне. Тимная. Можно мне? Лосины нет. Можно мне вот эту штучку? Рубашка классика, Жанша. Абсолютно новая. H&M. Классная, в Кентамане ездить. Так, в общем, сейчас основная часть свопа закончилась. Все поменялись вещами. Это было что-то похожее на аукцион. Меня попросили выйти, потому что я там единственный мужчина, по сути, вот. Собственно, чтобы никого не смущать и никому не мешать, я сейчас тут вокруг пока гуляю, осматриваю окрестности, смотрю дом. Ну, а девчонки внутри сейчас будут мерить эти вещи, и если что-то не подойдет, они как бы снова между собой этим обменяются. Прикольный домик, кстати говоря, потому что здесь несколько спален. И, ну, вообще прикольная территория, своя частная есть. Даже есть огромный гриль во дворе. Ну что, выменила что-то? Лечу на крыльях любви. Класс. Да. Сколько вещей? Это шортики. Ну все, своп официально завершен, по крайней мере для нас. Смотрите, мне достались вот такие классные найковские кроссы. Этот рюкзак был забит полностью, когда мы сюда приезжали. И еще две огромных сумки. Да, два баула гигантских, поэтому много вещей мы отдали, что, безусловно, плюс. Вот так. Короче, супер. Спасибо, что посмотрели. С вами был Алекс, подписывайтесь на канал. Всем пока.